Я из ЦРУ. Он был не один. Вы не можете взять друзей? Это не мои друзья. Не бойтесь. Они входят в стоимость. И зачем они мне? Они пытались забрать ваш приз. Они наемники и работают на человека в маске. Бэйна? Ага. Давайте всех в самолет! Которые подал в агентство, внесены я, мои люди, доктор Павлов, конечно, и только один из вас. Первый, кто заговорит, сможет остаться на моем самолете. Кто заплатил вам за похищение доктора Павлова? Похоже, он не умеет летать! Кто хочет быть следующим? Расскажи мне про Бэйна! Почему он носит маску? Слишком много преданности для наемника! Вероятно, он удивляется, зачем кому-то убивать человека перед тем, как сбрасывать его с самолета. Хоть кто-то заговорил! Кто вы такие? Неважно, кто мы такие. Важно то, какой у нас план. Никому не было до меня дела, пока я не надел маску. Если я сниму ее, ты умрешь? Это будет невыносимо больно. Ничего, потерпишь. Для тебя. Быть схваченным — это тоже часть плана? Конечно. Доктор Павлов отказался от нашего предложения в пользу вашего. Мы должны были выяснить, что он сказал. Ничего. Я ничего не сказал. Что ж, поздравляю. Теперь вы попались. Сэр, и каков следующий шаг вашего гениального плана? Разбить самолет. Чтобы все погибли. Кто-то из нас должен остаться среди обломков. Мы уже зажгли огонь. О, да! Огонь повсюду! Успокойтесь, доктор. Сейчас не время бояться. Оно еще наступит.